Тут надо ложить 9-й пин, коричневый провод. А тут 14-й. И выключатель стоял такой. А будет такой. На этот кусок переставим потом оттуда. Сейчас будем проверять, или работает. Смотрим, или работает. Вторая. И сзади должно сгореть. С двух сторон горит. Девятый отсюда и в блок ФРМ-14. Надо вот эту вот заглушечку вытянуть и переставить старый переключатель, чтобы было без регулировки. Вот это новый, а это старый. Конечный результат –